Ну что ж, добро пожаловать в спидранер против охотников, но сегодня охотники будут в роли маньяков, жаждущих загнать свою жертву в тупик и покромсать ее своими тесаками. Да, вот только маньяков будет 6 против меня одного. Они коварны, подлы и главное хотят увидеть мои страдания, помешав пройти мне Майнкрафт. Получится ли мне избавиться от назойливых противников и убить дракона? Увидите в сегодняшней серии. Ну а мне пожелаем удачи, она мне уж точно пригодится. Мамочки. Куча маньяков, страшный Влад, страшный ёж Пско, который меня постоянно убивает везде. Ты на краю. Выбора немного градусов. Ну что ты? Ну давай. А дальше что, просто за ним прыгайте. Разбился насмерть. Ну, отлично. Единственный. Бейте его. Да ё-моё, какие вы душные, блин. Давайте душите, мы за вас болеем. Вперед. Двое кто-то остаются и добывают дерево. Так, вы сами захотели, все, побежали. Почему эти сраные ежи вечно бегают за мной? Ежи хотят есть. Добывайте еду, кто сзади нас? Хорошо, мы добываем, я добываю дерево. Юля добудет еду, я надеюсь, попробует. А вы добывайте градуса, потому что это самый сочный кусочек сала. Почему я не могу сесть на лошадь и убежать? Интересно, почему? Деревня, он деревню нашел. Черт, деревня. Добывайте все, что там есть, добывайте. Не дайте ему это главное. Пытаюсь его обогнать. Брат Голем, давай ты убьешь ежиков. Они не друзья нам. Как это? Голем наш брат. Понятно. Ничего мне здесь не светит. Обожаю мой мир Майнкрафта. О, господи, я попал в мир Майнкрафта, как круто. Кто-то за ним бежит еще? Да. Отлично. Да чего вы просто не хотите добыть голема? Ну камон, ну девочки. Этим займемся мы. Зачем? Зачем? Нас же много. Мы же говорим, мы мультизадачные, мы можем все, градус. Да, например, отстать от меня. Да, я это уже сделал. Ну ничего. Страшного. Тяп. Мы это можем, но не хотим. О, внука. За ним. Полезно. Слушайте, вы два свинтуса. Свободны. Домой. Где? Моя удача, как у Дрима. Почему у меня такой же нету? Где? Где порталы? Где что-нибудь с лутом? Нельзя тебе. Куда? Я прям слышу, как ты клацаешь. Тупо бруталити, мэн. На всех не надо. У меня, если что, есть тесак, я себе сделал. Нам надо самое главное лишних два дать ежам. Все, эти ежи разберутся совсем. Они вообще какие-то бешеные. Болеют бешенством. Нас не кормили 3 дня. Вот ваша добыча бегает. Как мне разогнаться по течению? О! Нет! Черт! Пошел в сраку! Кто-то напуган, походу, был сейчас. Да пошел в сраку! Пошли в сраку! Ай! И второй. Я ж доберусь до тебя. Пошел в сраку. Все, наконец-то. Ёжик, пока. Удачи тебе, брат, наконец-то. Я оторвался от этих двух говнюков. Круто я придумал, крутое место нашел. Все, градус оторвался. Нас 6, он оторвался. Молодцы мы. Ёж, стой! Я дам тебе еды, я буду прокармливать вас. Смотрите на компас, он уплыл. Господи, как вы падаете там, просто больно. Молодцы. Пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам. Наконец-то я оторвался. Кошмар, как это было сложно. А мы вот так вот можем сделать. Пум-пурум-пум-пум. Копается, наверное, где-то там в шахте сейчас. Что, вы настолько далеко оторвались уже? Да. Еда, много еды не бывает. Смотри, градус, уже у всех каменный век есть. Что есть у тебя? У меня стальные нервы. Ну ничего, градус со вкусом металла тоже сойдет. Нежнятинка. Тоже нормально. Он был там в деревне одно, походу. Мы сейчас бежим по компасу, тут деревня. Это фигово, это очень-очень фигово. У него есть еда, возможно, железный топор какой-нибудь. Ну и ладно. У нас есть тесаки, пам-пум-пим. Убил Големова, кайфанул. Так да, уже сказали, он в деревне. Ну ничего, пока он там задерживается, мы уже все бежим. Будем все близко и просто толпой его зафигачим. Фух, ну я хотя бы убежал. Это ненадолго. Это мы посмотрим. Да не плачь, мы догоним, все. Все поедим сегодня. Ура. Ночки мои. Кабанчик. Уже бежим к тебе, градус. Да флаг вам в руки, барабан на шею. Что, обиделся на нас, что ли? Ладно тебе. А что Пыско вообще делает? Где он? Ты бежишь за ним? Я бегу за ним. Я картошку жарил. Боже, нет, хорошо. Надо мультизадачным быть. Я говорю, делать все, что нам поможет в его догонялочке ваниканье. В этой деревне никого не было, на удивление. Мы нашли зимнюю. Он где-то рядом. Это добывайте кроликов.
За что? За что? Зачем? Блин. Стоп. А он под нами, кстати. Все прикольно, в этот каньон упал. Я уже понял, я уже понял. Так все, пойдем, спускаемся, чувак. Чего ждете? Идите сюда, срочно. Собираем вещи, собираем вещи. Сколько я ошибок за секунду допускаю. Печку делайте, печку. Нам надо еще уголька. Он подо мной прям, он прям подо мной. Положи железо, положи железо. Ну, положи железо. А, иду. Да. Он не ниже, точно? А почему? Да вон она над нами бегает, воду разливает. А, это он разлил, я думаю, откуда она поплыла? Все испортила мне. Чертила. Градус много добыл? Конская броня. Да не очень. Черт, уже ночь. Когда все так успело? Что? Первая ночь? Омагад. Да, долго. О божечки, я не могу вас так много. Они уже железо куют. Ненормально. Ни еды, ни воды, нифига. И к нам, у нас есть еда. У нас будет еда. Все супер, да, все да, рады. Все рады, да. Поможем друг другу. Я использую те немногочисленные фишки, которые знаю, чтобы хоть как-то что-то сделать. И то, пока только бегаю. Сейчас меня какой-нибудь крипер жахнет. Все как надо. 20 минут игры, Илья, градус в ад попасть вообще, наверное, не сможет. Я не знаю, реально, как ты в ад будешь попадать? Зачем тебе ад, а? Брат, зачем тебе в ад? Еее, то, что надо. Ой, нет, то, что не надо. Что надо? Скоро это самое, зомби скушали. Найти бы мне нормальную деревню с нормальным количеством еды. Все, просто бежим насквозь, сквозь эти мобов, сквозь этих зимогорганов. Зимогорганы. Я потерянный. Потеряшка. Полторашка-потеряшка. Полторашка. Наверное, зря я сделал это из железа, а не то, что надо было. А что ты сделал? Себе минус нервы. Ведро? Нет, чё? Ведро — это тильт. Ведро — это тильт? Почему? Знаю, я как-то делал трюки. У меня, кстати, часто получалось, но один раз я просто умер. Вы там, наверное, уже все в броне. Да. А я бегу... Деревянный максимум. А я бегу через пятерых этих зимогоров, которые в меня, кстати, попадают. У меня есть куча еды, чтобы бежать за тобой. Это ж хорошо. Да, конечно. А если я буду просто нон-стопом всю жизнь бежать? Ну так я буду делать то же самое. Ты что думаешь? Давайте за спидраним эту игру. Реально, помогите лучше мне пройти, я побегу в душ. После такого потного спидрана. Если мне твоя окорока перепадет, то ладно. А корочка градуса. Когда я уже выбегу с этого биома? Так, ребята, мы разбрелись по всему миру. Это неправильно. Мы должны давить его количеством. Поэтому просто сейчас берем все свои вещи и бежим в сторону градуса по компасу. Мудзан застрелен в зимогор. Кроме Мудзана. Градус, давай ты просто остановишься. Придумай что-нибудь оригинальное. Ну, честное слово, ну что ж ты по кругу ходишь? И замолчал. Так. Ладно. Придумал. Придумал. О, загадочный торговец даже уже появился. Долго бегаем. Подожди, ты в море, градус, сейчас? Он заспавнился в море. Я просто нашел море. Я бегу по компасу, и тут море. Мне кажется, ты не мог так далеко убежать. Что за бред? Ёж за мной все это время бежал! Ты чё? Видишь, какой я скрытный. Напугал. Он всю дорогу за мной бежал. Я тут бегу, наверное, полчаса уже. А где? А, вот. 6 человек, и все потеряли градуса. Брависсимо. Да. О, тот самый торговец, которому говорил градус. Пу-пу-пу. Значит, мы где-то рядом. Уже хоть что-то. Опа, храм. О, деревня. Чё? Это деревня такая или что? Походу. Вы тоже удивились от размеров деревни? Да, 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 да. Супер. Я все необходимое для себя в жизни нашел. Можно дальше путешествовать. Меня вообще кто-то... Кто-нибудь, кроме этих ребят, может найти? Нет, мы не можем. Что делаешь? Зачем ты траву ломаешь? Да он под нами, я тебе показываю. Встань на шиф, да все уже не важно. Я вас давно заметил. Да я понял уже. Иди сюда, Йоч. Давай его затопим. Нет, нет, мы зря к нему сейчас спускаемся. Ты подожди. Ой, привет. Привет. Пока. Очень опасно, потому что я боюсь, что у него могут быть предметы за то время, пока мы к нему бежали. Если мы его догнали, значит, он где-то останавливался. Если он где-то останавливался, значит, он развивался. А мы все это время бежали. Копайтесь ко мне, засранцы. А как еще нам? Мне кажется, он выбирается. Не думаю, не знаю. Смотри его наверху лучше. Мне бы еще выбраться наверх, конечно. Да, я видел, Лад. Да! Где? Я не понимаю, что за бред. Слышно, как ты копаешь. Короче, ладно. Хотел в шахту, пойдем в шахту. А, нет! Есть, готов. Что ж ты не сказал? Да понятно, это было очевидно, гений, блин. Так даже... не, я не понимаю, где ты. Он сказал, не сказал, он даже, наверное, не поспал в деревне, как это адекватно делается. Ну, ёж ты, молодец. Ты лаву меня залил. Реально? Влад? Да? Что ты делаешь? Я мучу вообще-то тут гениальные мувы. Насколько гениально? Столько, что тебе и не снилось. Ты куда побежал? Привет. Что мне твоя лава? Что мне твоя лава? Ой, подожди, подожди, эта штука очень...
даже не попал ни разу. Дыши носиком. Слушай, эта штука очень тяжелая в руках. Я пока ей замахивался, понял, что я не могу это сделать. Я думал, я мечник и занимаю крутой с огромным мечом. Оказалось, я dead inside. Ого, 4 верстака. Я смогу скрафтить 4 раза больше вещей. И мы берем руду и переплавляем ей. Ух, ё-моё, как много угля. Юля. Я испугалась. Я сзади тебя. А, вот он, кстати, и храм. Прям возле деревни храм. Я тогда блефовал, а он реально храм есть. Как трудно было изначально от них оторваться. Спустя все эти попытки, и вот тебе на. Хоть какая-то благодарность. Опа, яблоко. Прочность 3, порох. О, железо. О, алмазы. Я в портал. Какой портал, погоди? Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. О, портал! Да какой портал, я не понимаю. Твент уже. Ничего не хочу сказать. Я впервые в своей жизни в Майнкрафте сейчас нашел мицелиевый биом. Грибной? Да. Крутой. А я летал в мире где-то, не знаю, часа 2, нашел какой-то огрызок, там даже ни одной коровы не заспавнилось. Я сейчас коров буду доить. Не знаю, сколько в этом смысла. А где сундук? А где все? А ну что, все под землей? Все, у меня 4 супа есть, легко. Наверное, придется все-таки искать нормальный. Портал вроде и хороший, но если бы у меня был на одну, просто на одну больше алмаз, я бы сделал кирку. Тогда бы я зажил. Неужто ты под землей уже лазишь? Не, я нашел портал наверху. Все это из портала. Ой! Господи! Это Майнкрафт, откуда они все берутся? Не-не-не-не, я не хочу больше здесь лазить. Паук просто вообще с потолка свалился. Точно, сегодня за нас же еще Майнкрафт играет, вы не знали? Он часто, чаще всего побеждает эти градусы. Непосредственно сам Майнкрафт. Я океан переплываю. Задолбала эта вода, сколько плыть можно? Бесконечность не предел. Градус, я нашел, наверное, мечту спидранера сейчас. Целый портал? Ну, можно сказать и так. Я нашел тупо озеро лавы и через блок озеро воды. Звучит неплохо. Вы неправильные маньяки. Почему ты так думаешь? Я так сказал. Потому что ты думаешь, что мы тебя потеряли, а нет. Мы всего лишь нагнетаем атмосферу, чтобы неожиданно в один момент взять и напасть! Да, мне сейчас такой звуковой эффект интересный. Вон он, бежим! Да куда там? Мы с Раймом играли, это не работает. Блин, если мне сейчас не повезет... Черт, а у меня нет... Короче, у вас времени догнать меня хватит. Ой-ой-ой. Ну, либо у меня удача миллиард, как у Дрима, и все будет хорошо. 20 минут, так 20 минут. И... Момент истины, я обосрался. Такая пытка у меня сейчас происходит. Вы бы только знали. Как вы думаете, что со мной происходит? Ты застрял в шахте. Все. Ты застрял в шахте около этих мобов. Каких? Опа. Скелетов? Потому что скелеты — это самое душное, что есть в игре. Ты не знаешь, что такое действительно душное. Самое душное — это ежи. Интересно, а я должен 2 мира Майнкрафта оббежать, чтобы до тебя добежать, или что? Да. Я так и понял. Тебе нужно переплыть 3 океана, 2 континента, ну и ты добежишь. А какие именно океана? Тихоокеанской. Ребята, у вас столько времени было меня догнать. Так я бегу все это время. То, что ты говорил, что мы можем тебя догнать, это не значит, что я остановлюсь быстрее. Я все это время вообще не останавливался. А я все это время стою на месте. Как классно добывать гравий под усталостью 2. Возле храма. Подводного? Да, скорее всего. И я уже... Есть! На третий раз получилось! Гравий добыл. А, он все это время гравий добыл? Да. Супер чуется. Да блин, только совпало, и все, и снова, заново. Теперь бегать по аду с этой фигней. Вы хрен доберетесь, потому что я все застрою, а у вас будет тоже усталость. Гори, будет у нас жареный кабан. Я не кабан. Ну ладно. Черт, я бы сейчас умер, если честно. Ну, крепость искать — это дело такое легкое. Ну вот бегать по крепости — это уже другое. Я не знаю, как вы будете раскапывать мой портал, даже если найдете его, потому что это реально пытка. Есть. Ладно. Влад, что-то твои маньяки не вывозят. Да я сам уже ничего не понимаю. А выглядело так грозно вначале. Конечно. У нас есть портал. Что? Ты сломала? Сколько у тебя обсидиана? У меня 2 кусочка. И у меня 2. Еще есть у кого-то? У меня 7. А, иди сюда! С чего ж ты молчишь? Все, у нас портал есть. Все, ты прибежала, давай весь обсидиан. Отлично! Все, я здесь, в сундуке. Давай. Нашел штуку. У меня есть огненный заряд. Я сейчас умру, тихо. Все, я готов драться. У меня даже броня есть для этого. Все! Офигеть! Let's погнали. Go! Градус готов. Ладно, режим ждуна, включаем. Ребята, к нам зашли. 4 палочки. Да ё-моё, как долго они добывают. Эти кабаны боятся синего гриба. О, это искажённого. Серьезно, я не знал. Серьезно, я один. Ты один это знал, все верно. Кто хрюкнул? Это не я. В аду вы до меня не дойдете. Ну, ладно. Как непривычно играть в Майнкрафт без... Элитр! Ой! Предлагаю не искать его, а идти искать крепость, пройти Майнкрафт за него, что и он проиграет, в принципе.
Нам это... Мама, ну что за бред? Что, что? Меня кабан толкнул! Я говорю, как обычно, Майнкрафт решает все проблемы, не надо ничего. Ну что за бред, меня толкнул кабан и скил... я ненавижу ад, честно, я ненавижу ад. Вы проиграли, ребята, вы проиграли, ничего не знаю. Вы не добыли моего мяса. Хорошо, я сегодня просто полакомлюсь как бы раймом, ничего страшного, а ты тоже проиграл. Я пойду утону, мне грустно от этого. Я умру смертью храбрых. Закопанным в песок под водой. Мне стыдно. Всем удачи, всем пока.